Здорово, сталкеры! С вами Банана Гейм. И сегодня мы с вами начнем проходить Сталкер. Плохая компания 2. Масон. Смерть, ложь и предательство. Этот мод вышел недавно. Я чуть-чуть припозднился его, чтобы проходить. Да, признаю, маленько опоздал. Но успеем пройти, ничего страшного, успеем. Как я почитал, мод очень атмосферный. Он, как пишется, у него очень хороший сюжет и очень хорошая история. Ну, давайте без лишних слов, давайте начинать. Тут нам предоставляется сразу две только ветераны сталкера. Ну, чтобы надолго не мучиться, давайте начнем на сталкере. Так, и что тут у нас? История. Ну, давайте, ребят, послушаем историю. Многие стремились попасть в центр зоны. Нам дорога была известна. И, случайность ли, на нас вышли наемники. Они предложили сделку. Тайная тропа в Припять в обмен на информацию о лабораториях. Лишь позже я выяснил, что это Крамер их послал. Когда-то мы с Крамером работали вместе. Да, я бывший наемник, но мы с ним разошлись. Он всегда был одержим поиском священного Грааля в зоне, что в конечном итоге и погубило его. В Припяти он напомнил о моем прошлом, и мне предстояло сделать выбор. Предать своего товарища Грифа или обманывать его. Я выбрал второе, но в мою игру вмешался кто-то другой, гораздо опаснее Крамера. Один из управленцев группировки Монолит, Сербин. И в этот момент появился Борода, меценат, который спонсировал наше путешествие. В Припяти у него был свой интерес, он был одержим. Шал это видел, поэтому и предложил мне покончить с ним. Сначала я посчитал эту идею безумной. Однако... аппетиты Бороды росли как на дрожжах, и своими действиями он привлек внимание Сербина. И тогда я решился. Был шанс покончить как с прошлым, так и с настоящим. Я согласился на авантюру Шалова. Мы убили Бороду и отправились на Скадовск, к бандиту Султану, с которым и захватили сталкерский лагерь. Но Шал спятил. Он убил Султана, и ему всюду мерещились предатели. Чтобы остаться в живых, мне вновь пришлось бежать. С тех пор, как я оставил Припять, о судьбе Грифа мне ничего не известно. Знаю лишь, что он отправился в центр зоны. Я предал Грифа и потерял все. Только имя у меня осталось. Масон. И то оно даже не мое. Так вот, ребят. 2 месяца спустя, после событий в Припяти. Карадон. Невероятная история. А ты не врешь, масон? Клянусь, так оно и было. За это надо выпить. Будем. Ух, ядреная водяра. Масон, а какого черта ты в наемники подался? Не знаю, все как-то само случилось. Пошел в армию по контракту, служил в спецвойсках. Потом Афганистан, война, просто работа. Но грех открыл мне глаза. Все мы грешны. Выпьем же. Хорошо пошла. Грек сказал, что достаточно убить одного человека, чтобы спасти тысячи. Вернувшись на гражданку, Грек свел меня с Крамером, а тот уже познакомил с зоной. Да, работа есть работа. Золотые слова. Выпьем. Хватит бухать, мужик, в натуре. А я хотел выйти из игры. И что теперь со мной стало? Выпей. Полегчает. Ложь. Предательство. Смерть. Выхода нет. Вот мы снова встретились, масон. Призрак.
Что тебе опять нужно? Ведь я принес тебе нечто... Нечто, оставь меня в покое. За смерть невинного. Не я убил тебя. Это был Крамер. Хватит, отпусти меня. Не могу. Без тебя они не справятся. Кто? Ах, да, Гриф. Дикобраз. Значит, живы еще. Живы. И все еще ищут то, что должны мне. Но я тебя ничего не должен. Ну, наконец-то. Здравствуй, масон. Вот и все. Пришла Белочка. Сгинь, черт. Вот так новость. Это же я, Майрон. Ты помнишь меня? И вправду ты. Чего тебе? За тобой пришел. И, видимо, вовремя подоспел. Что верно, то верно. На водку дай, опохмелиться нечем. А то местные мне в долг больше не дают. Да, как ты опустился. На самое дно упал. Бла-бла. Нет, во мне ничего святого. Они со мной это сделали. А ты вовсе не сопротивлялся. Что с тобой, масон? Забыл, кем ты когда-то был? Дураком был. Ты был смелым сталкером, который шел только вперед. Я не знаю, что ты искал, но видел, с каким упорством ты добился своего. Ни монолит, ни сербин, ничто не могло тебя остановить. Ведь тебя всегда могли прикрыть твои верные товарищи. Но почему же ты сейчас про них забыл? Ты не знаешь и половины правды. Я каждый день о них вспоминаю. Каждый день я корю себя за то, что ушел тогда. Я просто устал. Прошлое не вернуть. Но будущее подвластно нам. Гриф жив, и ему нужна твоя помощь. Ты еще можешь исправить ошибки прошлого. Собирайся в путь. Мы отправляемся вглубь зоны. Я не уверен. Это решено. Встретимся в баре Сторинген. Если меня не будет на месте, значит, я иду другой тропой, либо задерживаюсь. В любом случае, бери инициативу в свои руки и не жди меня. И да, это кажется твое. У одного местного отобрал. Когда тот хотел мне его продать. Ну хорошо, ты прав. Еще увидимся. Так, и вот. Началось. Так, ребят, я не хочу это читать. Так, мельком прочитаю. Кто хочет, на паузе можете прочитать. Все. Так, начинаем, ребятки, мою игрушку. Только рожа мне не нравится. Рожа Флинта. Зовут нас масон. Так. В нашем распоряжении две локации. Кордон. Ой, две локации, говорю. Получается Кордон, Темная долина, Янтарь, Дикая территория, Бар. И Рыжелез, да, и все. Получается, раз, два, три, четыре, шесть локаций в нашем распоряжении. Вот этот, как вы уже поняли, на Зов Припяти получается. На версии, на платформе Зова Припяти. Так, и какое у нас задание? У нас задание... сборы, подготовка, понятно. Давайте-ка с волком надо попиздеть, да? Ведь я сделал тайник. Так, надо тайник обыскать. Давайте, ребят, тут уже все обыщем, что да как. Модик обещает быть очень интересным. Модик должен быть интересненький. Так, сразу берем энергетосы. Так, тут что? Это мой личный ящик, понятно. Так, что надо? Надо тайничок, да, свой надо? Да, погнали за тайничком. Так, вот, ребят, прибежал за тайничком. И надо как-то тут пробежать спокойненько, не торопясь. Ага. Сейчас увидим отсюда.
прочитаем писюльки, что нам тут написали. Используем. Упейся с горя, масон. Поблит солком. Походу меня обокрали, да? Понятно. Так. Бежим. До волка. Волк. Ну что так ты переоделся, смотрю. Мы это не копчистили. Оставили только детектор до пару пузырей водки с запиской. И запиской в придачу. В ней написано, цитирую, «Упейся с горя, масон». Я не берусь утверждать, но у меня есть подозрение, что меня обокрали. Угу. Спасибо за наводку. Миклуха. Надо к Миклухе, да? Ребят, не хочу... Это кто хочет, прочитайте. Просто там много диалогов сильно. Тут очень слишком много брат, диалогов. Каждый как... читать это прохождение. У нас, блядь, ну, полгода пройдет на прохождение. Если все вот эти диалоги читать, это просто что-то чем-то. Буду читать такие маленькие. Ну, здорово, Миклуха. Узнаем, что такое пока? Впервые вижу. Ладно. Допустим. Узнаю, что с того. Хозяин этого КПК давно не жилец. Все честно. Охренел? Тогда я восстал из мертвых за то, что ты спер мой КПК. А после еще и обчистил мой тайник. Я тебя, пожалуй, убью. Постой, я не крал, честно. Мне его принесли. Сказали, что бывшему хозяину. Он больше не нужен. Бывшему хозяину он больше не нужен. Ну и это, чтобы я его разблокировал, значит, я разблокировал и всю инфу слил им. Ничего не понял, очень интересно. Кто они? И где их можно найти? Я-то откуда знаю? Клянусь, застрелю. Хотя нет, я лучше подпорчу тебе репутацию. Тогда волк тебя точно вздёрнет. И никто не захочет с тобой иметь дело. Ну хорошо. Как их звать, не знаю. Но на днях они принесли еще один КПК. Я сегодня им слил по нему информацию. Там говорилось об одном тайнике, что на элеваторе. Больше я ничего не знаю. Так бы сразу. Так, что нам надо? Нам надо на элеватор. Куколка у нас есть. Так, куколка у нас есть. Бухнем. Чародейка что-то нас смотрю, долбит помаленьку. Так, ладно, погнали. Все, ребят, прибыли мы на элеватор. Открыто уникальное перемещение. Так, сразу тут надо все. Это все у меня осталось с этого, с аномальки, с зиянки бить, но тут я чувствую, толку нету. Так, все, мы прибежали к этой точке. Опа. Сохраняемся. Бандиты. Одного ёбнули. Так, один на улице. Так. Ой, мужик, тихо. Сдох. Сдох, я сказал. Да как так? Все, сдох. Нет, не сдох. Все, сдох. Так. Блин, надо бинты на два. Нахуя мне водка сюда поставили? Так. Вот гадюку берем. Так, где вот этот? Вот он. Борзой. КПК Борзова. Так, и сразу еще идем. Так. Разряжаем, это выбрасываем. Борзой. Ух ты, прикольно сделали. Можно списать с него. Так. КПК Борзова. Группировка, бандит, репутация, мародер, ранг, опытный, деятельность, грабежи, убийство. Ага, понятно. Так, что нам надо? Нам надо теперь обратно бежать. Понятно. Ну ладно, побежали, ребят, обратно. Так, все, ребят, прибежали мы в деревню. Сейчас нам надо поговорить опять с Миклухой. Опять на плечо. Так, необходимо взломать эту КПК. 500. Бесплатно. Иначе бы бандиты узнают о тебе. И они хотели тебя еще. Не хотели тебя еще порешить. Так что считай, я тебя спас. Умеешь ты убежать. Ладно, что тебе нужно конкретно?
Нужно, но мне нужно, необходимо от имени владельца связаться с одним из контактов, вопросы Кастет, назначить ему встречу. Не, давай это лучше, тайники. Зайди через пару часов. Угу. Покидова! Так, понятно, что нам ожидать. Так, давайте-ка поговорим с Волком. Не, давайте не поговорим с Волком, давайте сначала к Сидору, что нам Сидор скажет. Так, бункер. Опа, стой! Сидорович сказал тебя не пускать. Не понял, почему. Ага. Задолжал, короче, денег. Мы, короче, деньги задолжали, понятно. И чё? Понял. Короче, деньги. Типа деньги принести или найти поручителей, понятно. Угу. Так, что нам еще надо? Вот он. Оружие опустим уже. Да я уже пустил. Кто из Прон? А, понятно. Без проблем. Так, что нам надо? Помочь сталкеру. Ага. Так, ну и ребят, давайте на этом закончим. В следующей серии мы с вами поможем сталкерам. Дождемся, пока Неклуха нам разблокирует КПК. Будем, может, отдадим долг. Ну, посмотрим, будем уже в следующей серии выходить. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите положительный комментарий. Если это видео наберет 10 лайков, то я сделаю продолжение. Все зависит от вас. 10? Ну, давайте, ладно, 5 лайков. 5 лайков и будет продолжение. С вами был Банана Гейм. Всем пока, сталкеры.